19 сентября в Доме правительства ДНР состоялось расширенное заседание Временной комиссии Народного совета Республики по вопросу передачи рынков, действующих на территории ДНР, в государственную собственность. Заседание было посвящено рассмотрению обращений и жалоб, поступивших от предпринимателей и владельцев рынков, которые ранее находились в частной собственности. Сегодня, когда ситуация разворачивается так, что есть потребности в пересмотре деятельности самого предприятия ГП «Рынки Донбасса», в анализе действия закона, который регулирует рынки, рыночную деятельность, мы понимаем, что правоприменительная практика показывает, что есть проблемы, есть назрела необходимость внесения изменения в закон. Кроме того, мы знаем, что есть такие факты на основании обращений граждан, что имеют место незаконное завладение частной собственностью, которые по той или иной причине были определены как будто это рынки, при этом не имея такого статуса, ну и тем не менее были переданы под ведение государственного предприятия «Рынки Донбасса», и таким образом у людей возникло понимание, что закон действует несправедливо. Допустить этого нельзя, нужно реагировать объективно и своевременно. В РИО исполняющий главы Денис Владимирович Пушилин обозначил и дал поручение министру доходов и сборов о том, что необходимо готовить совместно с депутатами Народного совета изменения в закон о рынках и рыночной деятельности. Также необходимо, создана уже межведомственная комиссия при РИО главы республики, в которую входят также и силовые структуры, которые будут разбираться с каждым конкретным фактом перехода частных рынков в государственную собственность. На заседании, кроме членов комиссии, присутствовали представители ГП «Рынки Донбасса», а также один из обратившихся в комиссию предпринимателей. В частности, на комиссии было зачитано обращение бывшего владельца рынка Макеевки с просьбой рассмотреть правомерность передачи данного рынка в госсобственность. Обещали разобраться в этой ситуации, но в течение двух лет не получилось. Вы ответы получали какие-то? Ждите изменений законодательства. Это у вас частная территория, на которой вы снесли, да. Земля на вас оформлена, все на вас. Это мы знаем, эту историю. Это было Дмитрия Игоревича. Это история, когда она часто была сама. Ну, и в течение двух лет я остался без работы, с двумя детьми. Один из них родной. А из прокуратуры у вас были официальные ответы? Да. По окончании заседания комиссии депутат Народного совета Евгений Орлов прокомментировал ее результаты. Мы будем активно сотрудничать с законными владельцами рынка, дабы выяснить конкретную ситуацию и выяснить все минусы действий ГП «Рынки Донбасса». Сегодня было принято решение, что будет создана горячая линия, которая упростит взаимодействие. И мы, естественно, будем много чаще собираться, потому что был период, когда мы не собирались просто несколько месяцев. От себя лично скажу, как депутаты и члены этой комиссии, это решение назрело очень давно, потому что совершенно точно понятно, что решения, подобные национализации рынков, так называемой национализации рынки и прочие действия Министерства доходов и сборов по отжиму имущества, они фактически, самое главное, заблокировали нашу правоохранительную систему, потому что если по-честному и по закону смотреть на данные действия, то, конечно, нужно сажать людей за такие действия. А с учетом того, что не было политической воли, то очень долгий период времени мы просто стопорили развитие правоохранительной системы. Это первое. Сегодня самое главное, я уже не единожды задавал вопрос, что нам необходимы финансовые показатели государственных предприятий. Их так и нет. Ссылаются либо на коммерческую тайну, либо на какие-то несуществующие нормативно-правовые акты. Мы не можем понять эффективность государственных предприятий, потому что закрытая абсолютная информация о их финансовой деятельности. Но факт остается налицо. Вот буквально сегодня я вернулся с привокзальной площади, если кто знает, в городе Донецке, да, там закрыт типа стихийный рынок, но, как оказалось, по предварительной информации, фактически крышевал его один из сотрудников ГП «Рынки Донбасса». То есть таких фактов, конечно же, много, и поэтому мы должны наконец-то набраться политической смелости и ответственности и урегулировать данную сферу. Также Евгений Орлов акцентировал внимание на том, что деятельность комиссии Народного совета направлена прежде всего на защиту прав и интересов предпринимателей. Дмитрий Зиньковский, Елена Чистякова, Новороссия ТВ.